Привет, вечерний Владивосток! Сегодня 25 декабря, воскресенье. На улице минус 8 градусов по Цельсию, а жители города все еще выбираются из сугробов. Казалось бы, это отличный повод не выходить на улицу, но есть люди, которые предпочитают холодное море домашнему теплу. Добрый день. Сегодня мы даем старт уже традиционной общероссийской акции «Закаленная Россия. Сильная страна». Тем более есть повод. Ровно год назад зимнее плавание признано видом спорта. К этому приложили руку и наш губернатор, и наш министр спорта, и Федерация зимнего плавания России, и местная федерация зимнего плавания Приморского края. В этот день ровно 10 часов вся страна у нас начинает обливаться, закаляться, как бы волнообразно от Камчатки и до Калининграда. Вот вчера у нас в целом по стране акция прошла в 70 регионах, и где-то в среднем участвовало 120-150 тысяч человек. Сейчас мы подводим условия акции, собираем ролики, собираем эту базу, будет общий фильм издан по стране. И со следующего года эта акция входит в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Закаленная Россия – здоровая страна. На самом деле хочу сказать, что Приморский край в этом году уже в четвертый раз принимает участие в этой акции, которая объединяет всех жителей нашей страны от Владивостока до Калининграда. И в свою очередь хочу сказать, что, конечно же, у нас в Приморском крае очень крепкие традиции развития закаливания. В 1946 году у нас был открыт здесь, где мы сейчас находимся вместе с вами, первый клуб закаливания под экзотическим названием «Моржи». Но время идет, все меняется, и сегодня вот здесь спортивное, такое современное сооружение, как Федерация зимнего плавания КАСАТ КДВ. 3, 2, 1, на старт! Пришел, пригласил друг в КАСАТ КДВ, в баню. Я думал такой, приду сейчас нагреюсь из-за горяченьки в море. А он говорит, нет, надо сначала в море занырнуть, а потом уже и в баньку. И все, через полгода начал ежедневно ходить. Каждый день зимой я ныряю в море и плаваю там, в проруби. 4 ноября было 20 лет. Каждый день зимой? Стараемся. Ну вот прошлый год только до 26 января получилось, потому что прорубь была. Канализация спущена. И вот после этого только первый раз вышла. Прорубь была не в таком виде, в каком она была 22-го, когда я пришла. Она была прозрачная, чистая. 20 тому лет назад я пришла к вот этой лодке, да, уже лед был, как-то страшновато, но когда искупалась, нормально. Ого, там цель дом. Я тебе говорю, это мужская, у кого не попалась. Давай. И второе.